первый в России дегустационно-выставочный зал. И открыть его решили в Сочи, где отдыхает вся Россия. В этом году рекордное количество гостей курорта, и у них теперь есть возможность посетить зал в центре Сочи, чтобы продегустировать напитки из Дагестана, которые отличаются высоким качеством. Они сочетают в себе огромную энергию солнца, огромную энергию земли, огромную энергию моря и так далее. Все это есть в Дагестане. И мы все это скомпоновали в бутылку с коньяком или шампанским и привезли вам сюда, в Сочи. Эту столицу делала вся Россия. Это ваш город и город каждого россиянина. И, конечно, в этом городе будет приятно, если будут представлены разные республики, города нашей многонациональной страны. Вся продукция, представленная в бутике «Дагестанский тамада», идет напрямую с заводов Дагестана. Кроме того, в широком ассортименте здесь представлена черная каспийская икра. Здесь будет представлен ряд заводов: Избербашский, виноконьячный, ДЗИФ, завод игристых вин. Вот. У нас здесь будет зона отдыха дегустационная, где можно прийти в приятной компании, посидеть, отдохнуть. Большую помощь в организации дегустационно-выставочного зала, который начал свою работу для гостей и жителей курортного Сочи, оказал глава Каспийска Магомед Абдуллаев. Конкуренция, конечно, большая, но надо выдерживать конкуренцию. Да, Дагестан, он давно был винодельческий регион. У нас очень современные предприятия, технологии современные, да. Производство крупнее. Но не только напитки являются украшением открывшегося зала «Дагестанский тамада». В широком ассортименте представлено кубачинское серебро. Это посуда, серебряные столовые приборы, подарки из серебра, серебряные украшения. Кубачинское серебро – это изделие, известное далеко за пределами Кавказа. Каждая вещь – неповторимое, уникальное творчество мастера, и все в единственном экземпляре. Изящество и красота солнечного Дагестана в работах из дерева. Декоративные вазы, шкатулки, кувшины. Выставочно-дегустационный зал работает с 10 часов утра до 22 ежедневно по адресу Воровского, 60. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ВКТ.